Папа, как жарко! Ага, сегодня 36, доча. Так может пойдем домой? Какое домой? Пошли на пляж, позагораем, такая температура. Точно жарко? Так, первым делом надо намазаться кремом, а то сгорю. О, ай, хоть позагораю, доча. Класс. Обязательно на личико намажу. Ой, как солнышко хорошо греет, а? И не забыть, надо кепку одеть. Папа, папа, ты же сгоришь. Давай мы тебя кремом намажем. Доча, фу, я не люблю эти крема. Фу, зачем они? Не надо меня намазывать. Ё-моё. Папа, ну ты же сгоришь. Доча, не сгорю, а загорю хорошо. Все, не надо меня намазывать. Ну ты, папа, и глупый, потом все болеть будет. На хоть мою кепку. София, я девчачий, не ношу, все. Ой-ой-ой, папа, беда будет, беда. Ты же если сгоришь, будешь плакать от боли. София, я что, девчонка, по-твоему, что я буду плакать? Нет, и не сгорю я ничего, не переживай. Ой, девчонки. Ой, не, надо что-то срочно делать. О, накрой его полотенцами. Так, вот это полотенце папе точно поможет. Раз. Так. Ну, теперь другое дело. Так он точно не сгорит. Эй, София! Что ты делаешь? Я так точно не загорю. Зато ты так и не сгоришь, и не загоришь. И не будет у тебя болеть вся кожа. Ой, не, София, я с тобой это... Ух ты, девчонки. Все, не знаю, иди купайся. А то я с тобой... И забирай это одеяло, покрывало. Все, а я загораю. Ай-яй-яй, папа, пошли лучше купаться, а то правда сгоришь сильно. Хочешь идти купаться? Иди купайся, а я буду загорать. И все на этом. Папа, я уже покупалась и покопала, а с тебя уже дым идет. Да? Ну ладно, договорились. Пошли домой. Ой! Ой! Чуся! О! Ты же весь красный. Ну, трогай, больно. Ничего себе, что так болит-то? Ты сгорел, а не загорел. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, все болит. Ой, папа, ой, папа, что с тобой? Ой, София, руки, все болят. До лица вообще боюсь в зеркало смотреть, что там. Ой. Ложись. На живот не могу лечь, все болит. На спину тоже не могу, тоже все болит. Вот только так могу сидеть. Я же говорила, что будет беда. Еще и голова болит, как будто там, не знаю, как орех расколоть кто-то хочет, так и моя голова хочет лопнуть. Я знаю, папа, что у тебя солнечный удар и солнечный ожог. И что делать теперь, а, доча? Так, сиди здесь, сейчас все сделаем. Поправить, сесть удобнее. Так, мне нужен градусник. Папа, что случилось, что случилось? А, на кровать упал. Ладно, лежи, а я за градусником. Вот это мне и нужен. Ага, я уже и не пошевелюсь. Папа, тебе нужно померить температуру. Ой, хорошо, давай. То
Только держи хорошо под мышкой. Ой, хорошо я держу, доча, хорошо. Ладно, доставай, посмотрим, как дела. На, доча, смотри. Ой, что там? Ого, 37,5. У тебя температура повышенная. И что теперь делать? В больницу, а? Не надо в больницу. Сейчас мы все сделаем. Первым делом папа нужно холодный компресс на голову. А он поможет, доча? 100% поможет. Сейчас мы полотенчика намочим. Так, это у нас вот холодненькая. Хорошо. Готово. Несу, папа, несу. Вот тебе, отдыхай. Ой, как хорошо становится-то, а? Конечно, охлаждает. Ой, доча, а что же с руками и ногами делать, а? Тут тоже есть выход. Где же мой крем после загара? Вот он. Бальзам после загара от ожогов. Он 100% поможет. Давай, папа, руки. Ай, ты что делаешь-то? И ноги. Это, доча, ты что, ну? Больно же. Сейчас все помажем, и все пройдет. Терпи, терпи, я тебя предупреждала, что такое станет. И не хотел намазываться кремом. А намазался бы сразу, и не было обжогов этих. Так, теперь ногу давай. И больно, больно. Руки вроде легче становятся. Да, сейчас и ноги этой станет легче. Так, так, и эту. Так, тут и вот тут. Все, всего тебя обмазала. О, слушай, мне кажется, легче становится. И температура спала. Ой, доча, ты моя спасительница. Только, папа, в следующий раз кремом намажься и под зонтиком сиди, когда жарко. Ой, доча, точно буду так делать. А завтра мы с тобой пойдем в аквапарк, чтоб и солнца там будет поменьше, там трубы все закрытые, и кремами обмажемся, двумя. Вот то-то же. А вы были на канале Сафоня Шалуня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!